Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы опять на моей даче. И я хотела бы сегодня вам рассказать, какими удобрениями я пользуюсь. Я, как всегда, приехала на дачу достаточно поздно. В мае я была где-то буквально 3 дня. Вот. И сейчас вот я уже 12 число, я вот на даче. Я хотела бы рассказать, как я делаю удобрения. Удобрения я делаю очень просто. Я еще с осени в мешки помещаю скошенную траву. Вот. В некоторые мешки я помещаю скошенную траву с корнями. И затем я завязываю плотно мешки, оставляю на зиму. А потом я делаю из него удобрения. То есть уже получилось удобрение. Если оно такое, там жмых есть, и более оно такое жесткое, с корнями, немножко землей, я и то, и другое, конечно, разбавляю водой, чуть настаиваю буквально полдня, и прекрасно вот эти удобрениями я их разбавляю потом еще водой и поливаю. А жмыхи я беру и складываю на грядках. И вот сейчас я хочу вам показать один из мешков, который я тоже вот сделала. Видите, я сижу в окружении своих голубых цветочков, которые подходят под цвет моя баника сзади меня. Вот, и сейчас я покажу, как я делаю удобрения. Вот этот мешок с удобрением. И мы воспользуемся ножницами и его ведерко пересыпем. Достаточно жидкое удобрение. Сейчас мы его разбавим и польем наши цветочки. Вот я развела эту жидкость в воде. Один, наверное, к 10, да. И теперь ей буду поливать свои цветы. А после полива ведерко плотно закрою и уберу в темное место. Отличное удобрение получилось для подвесных корзин, особенно для петунь. До свидания, дорогие друзья! До новых встреч!